За оказание содействия в решении задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации по обеспечению проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов, высокие показатели в совершенствовании мобилизационной подготовки генерального директора Нижнекамск-Нефтехима Азата Бекмурзина наградили почетной грамотой Министерства обороны Российской Федерации. Накануне награду ему вручил военный комиссар Республики Татарстан Сергей Погодин. Весной 2019 года Нижнекамск-Нефтехим принял участие в республиканском смотре-конкурсе на лучшую организацию по ведению воинского учета граждан, пребывающих в запасе среди предприятий и учреждений Татарстана по итогам 2018 года и заняло первое место. Работа военно-учетного стола компании была отмечена грамотой военкома республики. В апреле 2019 года в первом отделе и мобилизационной подготовки Нижнекамск-Нефтехима работали представители Центральной конкурсной комиссии Главного управления специальных программ при президенте России по вопросу организации воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, которые высоко оценили деятельность отдела. Награды республиканского и всероссийского уровней – лучшее доказательство высокого профессионализма специалистов военно-учетного стола компании, которые ведут каждодневную кропотливую работу с гражданами, подлежащими призыву на военную службу, воинский учет и бронирование, а также взаимодействует с военным комиссариатом.